опять. У-у-у. Вот это жесть. Меня сейчас все колотит просто. Также не исключая тот факт, что со мной разговаривал сам демон, а не хозяева того дома. Если что-то будет, то я включусь, а так до утра. Друзья, а перед просмотром хочу посоветовать вам канал «Одинокий Игги». Парень строит землянки в Чернобыльском лесу и охотится на лешего. Что возле базы, если это существо к нам полезет, то мы, по крайней мере, знаешь, будем в безопасности. Возможно, ты прав. Ну, потому что здесь постоянно она то упадет в ловушку и выберется с нее. Мы не знаем, что это такое вообще может быть. Ну, да, пошли ставить. Пошли. Ссылка в описании. Всем, друзья, доброе утро. У кого-то уже день, у кого-то уже вечер, у кого-то ночь. В общем, доброго времени суток. Вот рассвет. Поют птички. Холодно. Первым делом, что я сделал, это на квадрике я снял рассвет. И сейчас буду разжигать костер, потому что реально холодно. Сегодня ночью было ужасно холодно. Я не знаю, сколько. Я, наверное, поспал часа два всего. И то уже под утро. Сейчас буду разжигать костер. А ночью было тихо, как бы больше никаких шумов не было. Сейчас разожгу костер. Обязательно сделаю кофе. И завтрак. Как-то так. Блин, мне реально просто пипец, как холодно. У меня ноги замерзли. Хоть я в спальнике, но все равно холодно в спальнике даже. Просто пипец. Вот. Вот это зловещее место. Доброе утро, черепа. Ну вот и все. То ли он замерз, то ли он заканчивается. Газ. Скоро придется на костре сегодня греть и готовить. Так, ну а сегодня у меня будет химический космический завтрак. Вот такая вот картошка. Кто бы подумал, картошка в порошке. Это пипец. Так. Ну и, конечно же, тушенка, друзья. Завтрак туриста. Сегодня у меня будет. А нож то острый. И пальцы он режет хорошо. Так. В принципе, готово. Сейчас подождем, пока закипит вода. Но когда она закипит, я не знаю, потому что там вообще просто как на зажигалке кипятится. Блин, что это такое? А, это от бинта от моего. Я уже кофе. Реально хочу. Кофе хочу. Я еще не с утра не пил кофе. Как так? Такого не может быть. О, какой рассвет.
Так, шел с моим костром. Ага. Вода. Все заканчивается. У меня там еще немного есть. Но это чисто на день. А уже на вечер и на ночь нужно набрать воды и профильтровать ее. Так, вода есть. Сейчас покажу, как нужно делать фильтрацию. Так, друзья, для этого нам нужен будет активированный уголь. Кидаем одну таблетку на литр воды. После того, как вода отстоится, это примерно часов 5, нужно аккуратно слить чистую воду и прокипятить ее. Так что все, пускай она сейчас отстаивается. Так, все, вода закипела. Итак, друзья, пока мне нечем заняться, занимаюсь вот такой вот ерундой. Вот в той бутылке есть небольшой сюрприз. Если бы я подошел. Так. Теперь. Опа. Это было жестко. Жаль, что камера не передает весь этот звуковой диапазон. Потому что аж уши глохнут. Пол костра как не было. В общем, друзья, я обдумал все и решил, что схожу я в тот дом, поищу, не знаю, что-нибудь поищу, найди то, не знаю что. Может, какое-то заклинание, я не знаю, чтобы как-то провести ритуал. В общем, я не подрасчитал то, что будет так холодно и так быстро разрядились аккумуляторы. Поэтому сегодня ночевать я здесь не буду. Я уже собрал брезент, убрал. И пока пойду к тому дому, сейчас сразу поднесу туда вещи поближе, ну, полишние вещи, чтобы мне ночью все это не тащить. Вот, и вернусь сюда. Уже дождусь вечера, не буду включать камеру, чтобы до конца не посадить аккумуляторы. Дождусь вечера и проведу сеанс ЭГФ. Все, сходил я в тот дом, отнес полишние вещи. В общем, в том доме я ничего не нашел. Я не знаю, что еще там искать и где искать. Вот сейчас я попытаюсь это выяснить. Сейчас я проведу сеанс ЭГФ. Когда шел вдоль реки, вот опять свист. Я был где-то в, сколько, 2 или 1.5 километра отсюда. Такой же свист был. Вот я шел вдоль реки, и этот свист сопровождал меня. Что это может быть, я не знаю. Может, птица какая-нибудь.
А может быть и не птица. Но то, что я вчера увидел, это жесть. Честно говоря, мне очень жутко. Днем-то еще не так было, но как наступила ночь, мне пипец. Сейчас немножко передохну после похода. Пришел сразу, разжег костер, потому что уже под вечер еще холоднее становится. Не знаю, насколько мне хватит аккумулятора. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Со светом, наверное, ничего не получается. Почему? Зачем мне уходить? А чьи это души? Чьи это души? А кто ты? А как ты умер? Откуда здесь зло? А какое зло? Кто вызвал это зло? Как оно тут оказалось? Ты еще здесь? Ты еще здесь? В общем, друзья, я не знаю, что делать. Если на самом деле эта душа предупредила меня, чтобы я ушел отсюда, потому что все эти дни по ЭГФ со мной разговаривал демон. Получается так. И он хотел, чтобы я провел ритуал. И тем самым, я не знаю, высвободил других демонов. Я не знаю, что он этим хотел.
Но если это так, то я думаю, что стоит заканчивать с этим совсем и не лезть как бы в эту историю, не проводить никакие ритуалы, не надо ничего больше искать, просто заканчивать с этим делом. Я и так далеко зашел, поэтому, друзья, нужно выключить свет, включить вспышку. Покажись, если ты здесь. Пушка съела. В общем, наверное, друзья, буду собираться и уходить отсюда. Тем самым, скорее всего, я разозлю его. Блин, утки. То, что я не сделал то, чего он хотел. Честно, выходи с этого леса. Вот. Не знаю, видно вам сейчас было или нет. Красные как глаза или что? Блин, как мне теперь с этого леса выйти?
нельзя сейчас. У меня еще вещей тут хватает. Сейчас все нагружу и тогда включусь.